Паломничество по Святой Земле совершил архиерей Молдавской Православной Церкви, епископ Бельский и Фалешский Маркел. В рамках поездки делегация из Молдовы посетила Троицкий собор Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, где совершила благодарственный молебен. В соборе владыку встречал заместитель начальника Русской Духовной Миссии игумен Феофан Лукьянов. Епископ Бельский и Фалешский Маркел, совершающий паломничество по Святой Земле, посетил Троицкий собор Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, где совершил благодарственный молебен. От общего населения Молдовы составляют православные, и они мечтают посетить Святую Землю, святые спасительные места. Паломничество – это великое дело, это святое дело. Епископ Маркел подчеркнул, что это способствует единению в обществе, и он надеется, что этот духовный настрой на Святой Земле поможет преодолеть существующий разлад в молдовском обществе. Пусть дух молитвы, пусть порыв сердца, порыв души не знает границ, не знает преград. Дайте волю молитвенным чувствам и смело, настойчиво просите у Господа милости для всех и для вся. В Троицком соборе владыку встречал заместитель начальника Русской Духовной Миссии игумен Феофан. Как живет сейчас церковь в Молдавии и, может быть, ваша епархия? Во-первых, мы буквально считанные минуты назад прибыли на Святой Земле, и по древней иерусалимской традиции разрешите вас приветствовать вечно живущими словами «Христос воскресе». И вот, слава Богу, в который уже раз мы совершаем паломническую поездку по святым местам, этот приносит, если хотите, радость, почему бы и нет, приносит утешение духовного, приносит, если также можно сказать, утешение и для души. Сейчас Молдова переживает не самые лучшие времена. Все говорят о свободе, правах человека, но либеральные ценности пытаются заменить традиционные христианские, спасительные ценности. Постоянные призывы со стороны священнослужителей, со стороны церкви к молитве, к посту, к воздержанию, к покаянию – это является единственным нашим спасением, является единственным нашим утешением. На следующий день епископ Маркел был на приеме у Иерусалимского патриарха Феофила. Встреча состояла в сторонном зале Иерусалимского патриархата. Владыка Маркел поблагодарил его блаженство за гостеприимный прием на Святой Земле и попросил благословения и разрешения послужить на Святом Гробе Господнем и причаститься святых Христовых тайн.